Связь поколений. Когда мы говорим об этом сегодня, то в первую очередь имеем в виду память о подвиге русского народа в Великой Отечественной войне. И пока еще проводниками от прошлого к будущему выступают сами ветераны, живые легенды, живые свидетели Великой Победы. С каждым годом, с каждым днем их становится все меньше. Еще 5 лет назад на учете в Совете ветеранов войны и труда города Кировска числилось более 200 ветеранов Великой Отечественной войны всех категорий. Из них 19 человек – те, кто воевал в годы Второй мировой. Сегодня в полном списке ветеранов 49 человек. 4 группы у нас ветеранов войны осталось. Участников войны и инвалидов нет. Уже в живых, так скажем, остались это труженики тыла, блокадники Ленинграда, да, малолетние узники концлагерей и вдовы. На протяжении уже, так скажем, 60 лет эта организация в городе Кировске, она есть, она рабочая, она работает. И на сегодня эта работа, конечно, я считаю, что, наверное, одна из самых высоких по области. Работа Совета ветеранов – это прежде всего забота о самих ветеранах. Помощь в решении каких-то вопросов, содействие в получении медицинского и санаторно-курортного обеспечения, консультационная поддержка. Каждая первая среда месяца у нас проходит 10 встреч. Именно по ветеранам войны проходят встречи и делаем либо ликбезы, ликбезы в каком плане, то есть либо приглашаем с медиков кого-то, с соцобеспечения, пенсионный фонд. То есть вот такие, которые вопросы у них назрели, опять же, связь по телефону, у кого что-то есть, вопросы какие-то, и тогда мы уже идем, чтобы организовать встречу с теми людьми, которые интересуют. И присоединяется к нам библиотека. Библиотека нам делает встречи, так скажем, встречи виртуальные, да, либо композиторы, песенные, кино, как типа концерт. Ветераны – постоянные участники мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы и разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. А сам Совет для ветеранов – место, где они встречаются, общаются, пьют чай, поют, читают стихи и часто вспоминают тех, кого уже нет. Все статьи о кировских ветеранах, фото и видеоматериалы здесь собирают и бережно хранят. Здесь эхо войн и судьи подголоски, здесь память и волнение перемешку. Погибшего здесь встретим и живого. Здесь память наяву и факты в книжках. Здесь километры пройденных дорог, здесь годы расставания, разлуки. Храни Господь того, кто мир сберег, а эстафету памяти продолжат наши внуки. Общение с подрастающим поколением, работу по патриотическому воспитанию кировские ветераны считают основной своей миссией. Эта работа по патриотическому воспитанию нужна была, а сейчас тем более. Я проработала 48 лет в детских садах и большое внимание уделяла патриотическому воспитанию дошкольников. Тогда было еще много живых ветеранов, на утренники приходили. Мы с детьми посещали ветеранов на дому. Вот так я оказалась в Совете ветеранов и продолжаю работать с дошкольниками. Приходят из детских садов маленькие дети и рассказываем о прошедшей войне. Воспитанники детских садов и ученики начального и среднего звена кировских школ в этих стенах – частые гости. Для ребят проводятся встречи с ветеранами, исторические часы, тематические уроки памяти и мужества. О страшных событиях военных лет школьники слушают, затаив дыхание. И вот представляете, на продовольственном складе выяснили муки на 35 дней, масло на 30 дней, жира на 45 дней, сахара на 2 месяца, а блокада была 900 дней. Вы бы видели, как ребятки слушали песню «Бухенвальдский набат» в исполнении
хор турецкого, и где он, хор поет «Встанем». И ребятки, вот им только вот показать, что они встали, и они все встают и замирают. Вот знаете, как гимн слушали. Это очень здорово. Мы делаем общее дело, потому что если не мы, то кто? Мы же в помощь классным руководителям. Нравится ребятам бывать в музее Совета ветеранов, где мальчишек и девчонок интересует каждый экспонат. Это винтовка Мосина, называется она. С ней воевали, она до сих пор на вооружении стоит. Да, с ней воевали снайпера. Если в атаку штыковую, то одевали вот так штык. Уже интерес есть. И, кстати, у которой дети уже приходят не первый раз, делаешь у них опрос, запомнили они или нет, о чем им рассказывали. То они уже, да, они ловят, они впитывают. На сегодня вот это важное. Чувствуется, что у нас патриотика у нас есть. О событиях Великой Отечественной войны председатель Совета ветеранов Олег Шубин, как и нынешние школьники, знает из учебников, книг и рассказов очевидцев. А вот через войну в Афганистане прошел сам. И о снайперской винтовке, и о ППШ рассказывает со знанием дела. Очень тяжелый. Он прям, он еще такой чистый, вы как только недавно делали. Как ты думаешь, тяжело было с ним? Да, он тяжелый. Это нужна большая сила, чтобы его держать. Благо у нас есть объединение «Апатит Фосагро» и город, которые идут навстречу, в чем бы ни коснулось. То есть вот даже коснись того помещения, в котором мы находимся, город выделил помещение. Объединение «Апатит» на то время отремонтировало, город обстановку всю приобрел. И на сегодня есть куда привести детей и рассказать про ту жизнь военную и довоенную детям дошкольного и школьного возраста. Конечно, бывает, я слышу, когда классный руководитель говорит, а я спрошу у ребят, захотят или нет. Вы поверите, вот мне это не нравится, потому что почему-то я такой пример привожу, это как шведский стол. Хочу, не хочу, так не должно быть. Потому что патриотическое воспитание – это одна из основ в школе. Есть трудовое, эстетическое, этическое воспитание. Но патриотическое надо больше внимания уделять. Не случайно наш президент говорил, самая главная наша идея, а другое не может быть. Это идея объединения, и только патриотическое воспитание этому способствует. Работа с ветеранами, для ветеранов и самими ветеранами ведется и в Апатитах. Здесь уже 35 лет в составе Дворца культуры работает клуб ветеранов войны и труда «Верность». Дорогие друзья, дорогие участники клуба «Верность», дорогие ветераны, название клуба изумительное, замечательное название «Верность», потому что вы верны своим идеалам, своей памяти. У нас раньше было общество блокадников отдельно целое, ветераны, узники и, как говорится, ветераны тыла. Вот отдельно все были уже все. А потом потихонечку, знаете, вот так все соединялись. На данный момент по количеству ветеранов Великой Отечественной войны 3 человека. А вообще ветеранов, которые вот приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны, у нас 92 человека. Клуб «Верность», как и Кировский совет ветеранов, ведет работу сразу в нескольких направлениях. Большое внимание оказывают тем, кто уже не выходит из дома. Вместе с соцслужбой клуб помогает решать самые разные вопросы. Хотя куда важнее простое человеческое общение и участие. У нас ведется работа с ветеранами хорошо по телефону. То есть каждое мероприятие, которое здесь проводится, мы все равно приглашаем, чтобы ветеран знал, что мы помним. Но ведь можно общаться, надо уважать друг друга. Самое страшное в работе – это провожать их в последний путь. Поэтому, чтобы не дожидаться того, что у нас наступит такой естественный уход ветерана, надо в течение всей жизни быть.
Большую поддержку клубу оказывают местные власти. Просторное помещение позволяет не только самим встречаться, но и проводить для школьников уроки мужества и встречи с ветеранами. Тем более, что многим из них есть о чем поведать молодежи. У нас были немцы, стояли у нас в деревне. И меня мама и родила прямо в яме. Под бомбежкой. Вот так вот рожали. У нас папа погиб. А так у нас было 6 детей. Мама одна растила нас. Всех вырастила, все нормальные. И голод, и холод, и все было. Что там говорить? А что мы дети? Что я еще ребенок была, 3 годика? Я сама блокадница. В Ленинграде родились мы, там жили с сестренкой, с мамой. А потом, значит, вот как остались мы одни, нас эвакуировали. Потом я в детском доме в Ярославской области была. Приглашают ветеранов в школы и детские сады, и они никогда не отказывают. А еще у них давняя дружба с ребятами из военно-патриотического клуба «Лидер». Это очень почетно общаться с такими людьми. Это всегда испытываешь большую гордость не только за себя, что вот ты действительно можешь пообщаться, но и, конечно же, за свою страну. У нас не так много осталось этих замечательных людей. И дай бог им всем здоровья, вот, чтобы они и процветание, чтобы они жили, потому что все-таки они нам необходимы для нашего поколения. Они слушают их рассказы ветеранов о их жизни, там, сказать, как они пережили годы войны, как вот разруха была после войны, как они пережили голод там, в блокадном Ленинграде, потому что у нас тоже есть блокадница. Конечно же, у них это... Но они очень серьезно к этому стали относиться. Вот у нас многие родители приходят, у нас есть родительский комитет, и когда начинаешь с ними общаться, родители отмечают именно тот момент, что дети становятся более серьезными. Работу по патриотическому воспитанию ветераны апатитов ведут рука об руку с воинами-интернационалистами. Планируют объединиться с участниками общественной организации «Дети войны». Тем более, что цели общие – сохранить память о давно ушедших, но так и не забытых днях. Мы много работаем по школам, наша организация, значит, гражданско-патриотическое воспитание, чтобы знали, что это такое, с каким ужасом столкнулись наши люди, сколько погибло. Когда 22 июня мы взяли свечи и зашли в администрацию, была другая у нас администрация, вот, попросить... минуту молчания, значит, метр. Вот. И это самое, нам сказали, да вы что? Этого нельзя. Это вы приходите в 10 утра, что вы пойдете в 4 утра? Но война там началась в 4 утра. Вот с нашей легкой руки сейчас в 4 утра каждый раз идут от церкви до памятника. 6 лет назад апатиты впервые присоединились ко всероссийской акции «Свеча памяти». 22 июня в 4 утра горожане собрались у храма новомучеников и исповедников российских. Колонной двинулись по главной улице еще спящего города. Школьники, студенты, сотрудники администрации, представители разных профессий. А вместе с ними ветераны и дети Великой Отечественной войны. Всего около 200 человек. И у каждого было о ком подумать и кого вспомнить. В этом городе, как и во всей стране, нет семьи, которую бы не коснулась та страшная кровопролитная война. День Победы – это праздник для всей страны, гордость за наших предков, что они защищали, и что мы сейчас живем и радуемся жизни. Не знаю даже, что сказать насчет этого. Великий День Победы, мы живы. Когда начинает забывать такое, аж такое повторяется. День Победы – это великий праздник, это столько народу он объединил. У меня и один, и второй дед, они как бы прошли всю войну, так что
Слава Богу, что есть такой праздник, который объединяет людей. У меня погиб прадедушка, его брат погиб, со стороны мужа погиб брат его отца. То есть как вот это можно забыть? Мы их всех знаем, всех помним. У меня бабушка была хирургом, до Берлина дошла. Ну, в общем, ее рассказы я помню. Наша держава, по-моему, в отношении Великой Отечественной войны настолько сцеплена с памятью жертв, с памятью подвигов, что это, наверное, не забудется, я думаю, никогда. Нам молчать нельзя, об этом должны знать наши дети. Наши дети, наши внуки, они должны об этом знать.